Hello everyone! Всем привет! Не знаете, как одобрить работу своих сотрудников или как подбодрить ребенка, оценить его работу? Возможно, вам нужно смотивировать кого-то работать лучше. Не переживайте, сегодня мы научимся это делать на английском языке, потому что я для вас приготовила целых 20 английских слов и фраз, которые помогут вам в этой ситуации. То есть фразы для одобрения, мотивации и похвалы. Так вот, первая фраза. Вы можете сказать так. You're doing a good job. Ты хорошо справляешься. Ты делаешь хорошую работу. К примеру, сотрудникам. Fantastic. Можно сказать просто. Это фантастика. Молодец. Couldn't have done it better myself. Я бы сам лучше не сделал. К примеру, либо сотруднику, либо ребенку. Можно, если он что-то сделал своими руками, вы его можете похвалить и сказать couldn't have done it better myself. Good for you. Часто используемая фраза тоже означает молодец. Super, tremendous, terrific. Все эти слова можно использовать для одобрения, для подбадривания кого-либо. Супер, вообще класс, можно сказать. That's really nice, это очень здорово. Excellent, исключительно хорошо, отлично. I've never seen anyone do it better. Я никогда еще не встречал или не видел кого-либо, кто сделал бы это лучше, чем ты. Great, wonderful, wow. Super, tremendous, terrific. Столько слов в английском языке, которые помогают поощрять человека, мотивировать, одобрять его работу. Используйте их. Потому что всем нам нужно признание, одобрение, мотивация. Наша работа должна оцениваться, иначе не будет результата. You are the best. Ты лучше всех. I'm very proud of you. Так можно сказать ребенку, оценив его работу, его учебу в школе, в университете. I'm very proud of you. То есть оценить его достижения. Я тобой очень горжусь. You are learning fast. Ты быстро учишься. Молодец. Сотруднику новому, который пришел недавно и быстро схватывает на лету новую информацию. You are learning fast. Good work. Хорошая работа, молодцы. Также можно сказать sensational. Это сенсационно, это круто, супер. You did that very well. Ты с этим отлично справился. You should be very proud of yourself. Ты должен собой гордиться, ты молодец, ты достиг каких-то успехов. Perfect. Идеально. Совершенно круто. Keep up the good work. Продолжай работать в том же духе. Продолжай работать так же хорошо. I'm happy to see you working like that. Я очень рад видеть, как ты работаешь в таком темпе, в таком режиме, с такими хорошими результатами. You're getting better every day. Это хорошая фраза для похвалы, то есть человек понимает, что его оценивают, что его труд не зря проделан, и его достижения оценили. Ты становишься лучше с каждым днем. Это то, к чему мы все стремимся. Становиться лучше с каждым днем. You're getting better every day. Итак, давайте еще раз повторим, какие английские фразы и слова мы выучили для того, чтобы мотивировать, одобрять чью-то работу и хвалить. Так вот, you're doing a good job, fantastic, couldn't have done it better myself, good for you, super, tremendous, terrific, that's really nice, excellent, I've never seen anyone do it better, great, wonderful, wow, you're the best, I'm very proud of you. You're learning fast. Good work. Sensational. You did that very well. You should be very proud of yourself. Perfect.
Keep up the good work. I'm happy to see you working like that. You're getting better every day, every single day. На этом все. Надеюсь, что эти фразы помогут вам в отношениях с вашими сотрудниками, с вашими близкими, родными и знакомыми. Учите английский. До скорых встреч. Bye-bye for now.